сделаем два варианта коктейля. Основой будет томатный сок. Возьмем пол-литра. Для первого коктейля нам понадобится половина лимона и хрен, а для второго полстакана сметаны. Начнем с Дарьи. Измельчаем натертый хрен и бланшируем. Тогда хрен не обладал таким жгучим вкусом, если мы его обдавали кипятком. Берем лимон и выдавим сок. Немножечко можно покатать по доске. И тогда можно спокойно его поспокойнее выдавить. Кладем в стакан хрен, добавляем томатный сок и затем лимонный. Перемешиваем коктейль и украшаем стакан дольками лимона. Сок еще остался, поэтому сделаем второй вариант напитка. Или еще один из коктейлей, который готовили, наверное, в более доступных местах. Это диетическая столовая, заводская столовая. Называли его коктейль здоровья. Для второго коктейля оформим стакан, чтобы напиток смотрелся ярче. Край смочим водой, а затем опустим в соль. И у нас по краешку вот получится вот такой снежок. И теперь соединяем сметану и томатный сок, не перемешивая. Здесь сочетание вполне очень реальное, сметана и томатный сок. Очень хорошо сочетается, хорошо усваивается. Рецепт томатного коктейля. Для коктейля Дарья измельчите корень хрена на терке. Сделайте лимонный сок. Соедините хрен, томатный и лимонные соки и перемешайте. Для коктейля «Здоровье» налейте в стакан сметану, затем томатный сок. Подавайте с солью, не перемешивая. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.